Друзья, всем привет, это компания X-Motors. Сегодня мы снова в лесу, сегодня мы снова тестируем снегоходы. На этот раз это снегоход ProMax Arctic 400 в комплектации Pro. Комплектация Pro имеет двигатель 300 кубических сантиметров на карбюраторном оснащении топлива. Карбюратор стоит очень качественный, двигатель работает ровно, обороты держит хорошо, что на холостых, что на максимальных оборотах двигателя. То есть присутствует правильная подача топлива. Снегоход, когда, допустим, заваливается на бок, не начинает переливать или какие-то такие проблемы. Всегда все работает стабильно. Далее, подвеска катковая, мощный амортизатор. Сейчас покатались довольно-таки по глубокому снегу. Здесь проваливаешься выше колена. Едет очень хорошо. Несмотря на свой вес и всего лишь 38-ю гусянку. То есть это такой компактный снегоход, но при этом вдвоем везет без проблем. Большой багажник. Багажник, хочу отметить, пластиковый. Здесь очень удобно, можно разместить большой кофр. Высокие бортики. Если не нужно, можно открутить. Несколько болтов их держит. И вид будет еще более спортивным, мне кажется. Небольшой фаркопчик. Брызговик пластиковый. Грунтозацеп на гусянке довольно-таки хороший, высокий. Светодиодная оптика сзади. И мощнейшая диодная оптика спереди. Выглядит будто бы на новой BMW. Высокое ветровое стекло такой красивой формы в виде щита. Защита рук. Сейчас, кстати, вот по такой дороге очень нужная вещь. Ветки в руки не бьют. Эта защита помогает. Спидометр цифровой показывает тахометр, скорость, одометр и вольтаж. USB розетка в комплекте. То есть можно будет зарядить телефон либо навигатор. Замок зажигания, топливный бак. Бак на этом снегоходе просто гигант. Посмотрите, я сейчас сяду. По ощущениям какой-то Harley Davidson, если честно. Огромный просто бак. Управление подогревом ручек. Зажигание, фары, либо габариты. Электростартер, конечно же. Но в случае, если аккумулятор разрядился после долгого простоя, если вы вдруг его не сняли в гараже, присутствует ручной стартер. Курок газа. Ручки аккуратные, прорезиненные. Очень такие приятные на ощупь. Сидушка полноценная, двухместная. Кстати, тоже широкая, такая же, как и бак. Очень необычно снегоход в этом плане изготовлен. Ощущается, будто бы сидишь на каком-то большом мотоцикле, а не на малогабаритном снегоходе. Удобные, широкие подножки. Посмотрите, какой у них зацеп. Я сейчас в зимних ботинках. Без проблем вся нога полностью цепляется и никуда не смещается. Алюминиевая накладка на раму. И в передней части посмотрите, как он сочно выглядит. Широкая, мощная морда. Такие воздуховоды. Красиво очень изготовлен пластик у этого снегохода. Выглядит очень дорого. Амортизаторы, рулевые тяги. Подвеска аналогично подобным снегоходам изготовлена тоже хорошо. Не брякает, едет уверенно. И хочу отдельно отметить защиту днища этого снегохода. Посмотрите, она огромная, просто идет до самой гусянки. Это огромный металлический профиль. Я не знаю, какой он толщины, будет ли здесь где-то видно. Но он просто огромный, поверьте на слово. Спереди аккуратная пластиковая накладка, чтобы это все закрыть. Лыжи без расширителей. Если будете часто передвигаться по глубокому снегу, как, допустим, здесь, то рекомендую ставить расширитель. Отдельно это удовольствие стоит в районе 3000. Сразу при оформлении заказа говорите своему менеджеру. Если будете передвигаться в основном по буранке, по таким тропинкам натоптанным, то нету необходимости ставить расширитель. Это небольшая рекомендация от нас. В общем, вот так снегоход получился очень интересный. Вживую вид. Крайне сочный, выглядит очень дорого и едет на все свои деньги. Сейчас попробуем подснять его в езде. Электрозапуск. Выжимаем тормоз, нажимаем кнопку стартера. С полпинга
друзья, в общем, вот так хотим закончить наш сегодняшний видеообзор снегохода Promax Arctic 400 в комплектации Pro. Завершаем его на берегу Оби. Уже закат и красивый снегоход Promax Arctic. Обращайтесь в компанию X-Motors. Доставка техники по всей России. Отправляем транспортными компаниями.